На память, да? А телефон с рук вырвался. Что ты меня снимаешь? Не снимай меня вообще. А вы телефон. Что вы здесь делаете вообще? Вы кто? Я представитель администрации, а вы кто? Вы кто такой? И кто такой, спрашиваю? Вы зашли на территорию администрации заводского района. Вы кто? Вы кто? Я зам главы администрации по общественным отношениям. Вы находитесь на территории. Вот эти люди, это кто? Я понимаю, есть. Я зам главы администрации по общественным отношениям. Как ваша фамилия, имя, отчество? Парфенов Степан Владимирович. Вы здесь на основании чего сейчас находитесь? Я дежурный. Почему? Вы находитесь на территории вообще-то администрации заводского района. Куда? Где вы видите? Должен быть беспрепятственный вход. Где здесь у нас это самое избирательная комиссия? Я в комиссию не заходил. А вы член комиссии? Как, зачем? К избирательной системе какое отношение имеете? Причем здесь избирательная система? Я вы кандидат, находите... меня касается избирательная абсолютно, система. Абсолютно, пожалуйста. Вы занимаетесь вот своими вы избирательной комиссией. А вы при чем здесь? Я не вам задаю, а вот эти люди вы задаете. Это кто? Это мои доверенные лица. Это пожалуйста, у вас есть документ доверенных лиц? А вам предъявлять не обязаны. Вы кто такой, чтобы требовать документы? Секундочку, вы находитесь... Полиции, вы где находитесь сейчас? Мы находимся... Вы проверили документы у этих людей? На основании чего? У нас что, паспортный визовый режим, что ли, документы у меня проверять? Вам достаточно вы зашли на территорию администрации заводского района. Вы, и ко мне не если у вас есть, вы если у вас есть, ко мне обращаться не давал. До свидания. Слушайте, а я вам что? А вы вот мне что? Вот и все вот. Закрыли на этот разговор. Да вы что? Еще раз я вас спрашиваю, вы кто? Да вы спрашиваете, что хотите. Еще раз, на основании чего вам будут отвечать? Это мои доверенные лица, вам достаточно этого, понятно или нет? Камеру. Слушайте, если вам нравится, пожалуйста, вы можете зайти на территорию. Блин, избирательная я ждал комиссия, разрешение вашего. Я разрешение вашего ждал, в чем мне делать. А эти люди что сделают на территории да не вам, администрации говорите, заводского не района? Не ваше дело, что мы здесь делаем, понятно? Да вы что? Все, да, надо закончить этот разговор. За чего вы решили-то? Да с того я решил, еще я буду мнение спрашивать. Да вы что? Вы решили нарушить закон? Какой закон я нарушить должен? Вы в коридоре администрации заводского района.